В Воронеже настоящая русская зима с морозами и снегом. Однако обильным атмосферным осадкам, похоже, рады только лыжники. Воронежские автомобилисты и пешеходы недовольны работой коммунальщиков по уборке снега. Обладатели железных коней буксуют во дворах, а простые горожане прыгают через сугробы в центре города. Тему продолжит Олеся Олесюк. Чего-чего, а снега этой зимой выпало предостаточно. С начала года областные экологи нашли уже 5 несанкционированных точек свалки снега на территории Воронежа. Самый крупный обнаружен в Левобережном районе около железной дороги у остановочного пункта 584-го километра и на улице Просторной, что в районе Алексеевского рынка. Площадь каждой незаконной свалки составила около 1,5 гектаров. Представители мэрии Воронежа от найденного снега открестились. Говорят, что, возможно, его свозят коммерческие организации. По всей видимости, бизнесмены экономят на дорогом бензине, на разрешенные места везти далеко, они расположены за городом. В пресс-службе города нас заверили, что комбинаты благоустройства складируют снег на согласованные с экологами специальные места. Всего их 7. В мэрии также пообещали найти нарушителей. Между тем, горожане и гости столицы Черноземья недовольны уборкой снега. А ведь перед самым началом зимы власти обещали, что со снежным нашествием в этом сезоне справятся. Даже закупили новую технику. Ждали, что зима рано или поздно настанет, поэтому мы подготовились, естественно, еще месяц назад, в 20-х числах октября, была проведена проверка готовности всех комбинатов благоустройства. То есть в первую очередь оценивалось наличие техники, ее переоборудование именно к эксплуатации автомобильных дорог в зимних условиях. Однако власти пока не могут сдержать натиск генерала зимы. В распоряжении коммунальщиков около 300 единиц спецтехники. Но то ли ее не хватает, то ли рабочих рук. По всей видимости, коммунальщики заняли удобную позицию и стараются переложить ответственность за уборку снега на рядовых работников, ковша и лопаты. Это 3, потому что есть замечания, есть нарекания. Ну, скорее на 3 с плюсом, скажем так. Сами воронежцы массово жалуются на неубранные тротуары и заваленные снегом дворы, и, как следствие, буксующие автомобили. Например, в понедельник скорая не смогла выехать из заснеженного двора на улице 9 января 272Б. А это уже серьезно, если из-за этого инцидента случится непоправимое. Олеся Олесюк, Дмитрий Хлебный, 41 канал.